Приветствую вас. Первое, что мне хочется сказать вам, это то, что вы не дописали свое письмо, не дописали свой вопрос, и, в общем-то, не очень понятно, в чем же суть проблемы. Именно вот с позиции наблюдателя, с позиции повествования, с позиции раскрытия, значит, смысла того, что вы пишете, ну, вообще, абсолютно непонятно, что с вами произошло и что именно вас напугало. Вот. Но! Я хотел бы поделиться с вами небольшим таким мнением, взглядом на то, почему вы испугались. Понимаете, страх всегда имеет потребностную подоплеку. То есть, если вы испугались, значит, вам это, ну, для чего-то было нужно. Если вы испугались, значит, вам хотелось испугаться. Если вы испугались, значит, вы нуждались в том, чтобы испугаться. И вся тонкость заключается здесь в том, чтобы понять, увидеть, что именно с вами произошло, чего именно вы хотите, в чем именно вы нуждаетесь, когда боитесь, какие желания стоят у вас за этой потребностью. За потребностью бояться, за потребностью, значит, чувствовать себя, например, беспомощной совсем, понимаете? И здесь важно понимать, что это не происходит просто так. Почти никогда не происходит просто так. Если вы боитесь, значит, только так, через страх, вы можете реализовать свои желания, которые у вас есть, но которые иным путем, другим путем вы реализовать не можете. То есть, грубо говоря, вам нужно подумать, что дал мне страх. Что я получила, когда испугалась? Как я себя почувствовала в этот момент? И не этого ли я хочу? Не в этом ли я нуждаюсь?
это не все время, то достаточно большую его часть, большую часть времени. Понимаете, страх редко имеет отношение именно к самому человеку. То есть вы испугались не конкретного мужчину, и вы испугались не конкретного случая с мужчиной, а скорее вы испугались того, что является вашими желаниями. То есть, грубо говоря, вы нуждаетесь в чем-то, вы хотите реализовать какие-то желания свои, но вы не можете этого сделать, потому что вы себе не позволяете их реализовать, запрещаете себе это сделать. И именно по этой причине, вы и боитесь. То есть страх, вот именно с моей позиции, с моей точки зрения, это такая, знаете, вот защитная реакция. Ваше от тех желаний, которые вы не можете реализовать. Вот. То есть, грубо говоря, запрет. Это вот одна позиция. Если говорить о другой позиции, о когнитивной позиции, то здесь момент такой. Что именно вы испугались? Чего именно вы испугались? Почему вы испугались? То есть, что для вас страшного случилось? Это первое. Второе. Насколько это страшно для вас? И третье. Какой вред по факту, какой вред вам наносится из-за этого? То есть, что негативного вы переживаете в результате того, что боитесь? Далее, если у вас план по поводу того, как вы будете себя вести, если этот вред вам будет нанесен. Подобные несложные вопросы помогут вам не позволять вот этим вот переживаниям, страху контролировать вас. И тем самым, я полагаю, вы могли бы лучше чувствовать себя в этом состоянии. Потому что, ну, грубо говоря, вы не можете предугадать
всех моментов, вы не можете всего бояться, и вы не можете ничего не делать, только потому, что может произойти что-то страшное, вот. Но вы можете иметь готовый план действий по тому, как выйти из вот этого вот состояния, если оно произойдет. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.